Двойное нарушение. В Кольчугино на улице Ленина водитель Форда Фокус не пропустил переходивших по зебре бабушку и 5-летнего внука. В результате ребенок попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой, переломом ноги, рваной раной подбородка и ушибом лба. Бабушка не пострадала. Вина водителя очевидна. Мало того, что не пропустил пешеходов, так еще сел нетрезвым за руль. По результатам медицинского освидетельствования водитель, который управлял данным автомобилем, находился в состоянии алкогольного опьянения. Как правило, это лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и одновременно назначается административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Пока водитель проходит по административным статьям, но дело может стать и уголовным. Все зависит от того, насколько тяжкий вред нанесен здоровью 5-летнего ребенка. В полиции добавляют, что за 11 месяцев по вине пьяных водителей произошло 468 ДТП. В них 101 человек погиб и 668 получили ранения.